Добро пожаловать на прохождение игры Forest. С вами Андрей Доцент, Виталий. Здравствуйте. Да, у нас ночь. Ночь, ни хрена не видно. Забор не достроен. Зато есть охеренный сад. И источник воды. А еще можно туда вот камни складывать. Все, жизнь удалась, считай. Так, но не это главное. Главное то, что... Слушай, что за красный этот, смотри. Ты тоже видишь, красный этот отсвечивает? Да, это чувак идет. Где? Ну, где вот красный отсвечивает, я там чувака видел. Смотри, 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 да, вот уходит огонек. Угу, это чувачок. А, у меня никого не видно. И еще один красный огонек, но это уже фантом мой прилетел. Слушай, тут два красных огонька. Слушай, все, глюки пошли, офигеть. А вот и фонарь. Где-то появился фонарь. Где-то появился фонарь, и чувствую я, нам придется туго. Так. Чувствую я, нам хана. Да, так, что у нас есть? Мы можем послушать кассету. Слушай, а давай-ка попробуем. А, смотри, знаешь, что кассета делает? Восстанавливает энергию, оказывается. Ты прикинь? Серьезно? Да. А у меня нет, у меня вообще ничего нет, кроме фонаря. Кассета восстанавливает энергию. Деньги используются что-то для огня. Короче... У меня есть жетончики, фонарик грёбаный. Одинобусные, блядь, стопоры. Флайер, зубы, нога. Могу ногу тебе дать. Давай хоть ногу. А как ее тебе дать? Не знаю. Так, давай хотя бы глянем пока, что у нас есть из крафта. У нас... О, мы можем корабли делать, оказывается. Да, изи корабли. Так, что это такое? Делаем какие-то статуи. А, вот куда руки можно. Вот как пугало делать. Слушай, я знаю, как пугало сделать. А ну-ка. Они будут отпугиваться этого, по всей видимости. Они просто обоссутся от этого увиденного. Короче, надо одну голову, три камня и одну палку. У меня есть голова. Нужна одна палка и три камня. У тебя есть камни и три палка? Да. Вроде бы сейчас найдем так. Нет, так, есть. Стоп. А что у нас есть? По. Какой-то гайды. Нафиг мне ваши гайды. Короче, надо food and water. Короче, есть клетка с кроликами. О, смотри, две веревки и шесть палок. Можно создать клетку с кроликами, и они будут там плодиться, прикинь? Тут что так и написано. Да, смотрите, они будут плодиться. Потом, небольшой сад... Ну тут, я думаю, не надо объяснять. Собиратель воды. И еще, короче. Так вот что это такое. Drying rack. Это, короче, это. Можно идеально промыть и очистить мясо. Прикинь? Что за drying? Ну, какой-то типа столик, знаешь, туда, видимо, мясо складываешь, и оно моется, становится чистым, вкусным, питательным, полезным. Прикинь? Охуенно. Вообще. Просто, я не знаю. Осталось только специи добавить, и шашлык получится. Проблема в том, что для всего этого надо спуститься. Или забор сделать. Забор, блядь, сделать надо. Забор надо сделать. Так это, представляешь, какой забор надо делать? Да, блядь, да сделаем легко, да. Главное вдвоем сделать. Слушай, дай-ка я на разведку спущусь. Давай, удачи. Так, надеюсь, никого нету. Виталий, со спины вот я же не вижу, что сзади, посмотри-ка. Никого не видно? Вроде нет. Чё за огни? Я тут на веревке вишу... Нет. Ой-о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 й
спасибо. Я в разведку не пойду. Ух, нифига себе. Кстати, был случай. Во время боя, когда мы на озере дрались, здесь вот. Знаешь, что случилось? Я на камень напоролся, как вверх сиганул, бак такой, я не знаю, знаешь, где-то в три-четыре высоты роста, прикинь. Так сиганул, я не знаю, аборигены аж опешили, наверное, от увиденного. Просто, ух ты, у меня еда на нуле.
Ой, фу, еда, питье, надо выпить. У меня столько всякого лута было, я проебал. Так, я последнюю выпивку бахнул. Так, чтобы продолжить огонь. Вот у меня же есть же тут... Что за нахрен? На тебе воробей сейчас сидел, да такой здоровый, я не знаю, как летучая мышь. Я из инвентаря выхожу, смотрю, такой, знаешь, как монстр здоровый. Охренеть, ну погодка, а. Вот мне все интересно, мы тут пытаемся выжить, а ведь где-то сын страдает. Да? Мне кажется, в подземелье, когда тебя убивают, вот... О, смотри, сад вырос! Сад вырос! Еда! Надо посадить больше сада. Да, я спущусь, соберу. Ты проследи, чтобы меня за жопу не сцапали. Ух ты, ни хрена себе, сколько зашло. Так. Никого не видно? Так, палка есть. Палка есть. Ты пока, пожалуйста, это промониторь. Сейчас я выберу эти... Алоэ вера, да нахрена мне? А, я их съедаю нафиг. Так. Ну и нафиг. Зачем я эти камни собрал? О, я воды попью. Все нормально. Так, вроде пока чистяк. Ой. Ой. Я вижу, фонарик светит. Они идут. Главное в нашем деле вовремя сделать ноги. Они вон оттуда идут. Я вижу, даже свет там, он мигает. Ну, готовься, Виталий. Блять. Ё-моё. Не нужно дать, что нам будет. Мы в доме. Да, блин, хрен его знает, учитывая, что я научился на 5, какой-нибудь на 5, наверное, на все 10 метров в высоту прыгать. Я не удивлюсь, если сюда абориген заскочит. Смотри, видишь, ходит, вон он. Да, вижу. Ходит. Еще вон там бегает. Ох. Походу, ребят. Слушай, ну, нам-то так или иначе придется с ними разбираться. Не, ну, можно забор сделать, они на него просто, в него будут убиваться. А нахрена такой здоровый забор-то сделали? Можно было прям вокруг... Да, вокруг этого сделать для начала хотя бы, вокруг домика. А то пока сделаем. Кстати, можно... Надо знаешь, что сделать? Можно сделать охеренную ловушку, сейчас тебе скажу. Растяжка. Взрывная. Прикинь? А у тебя есть для нее ингредиенты? Есть у меня ингредиенты, не поверишь. Одна веревка нужна, три палки и один взрыватель. У меня этих взрывателей... Раз. Два. Да, два взрывателя аж. Это, то есть реально жахнет так, ё-моё. Там офигеет просто. Все, ну-ка. Вот этот домик, конечно, хорош, но у него один недостаток конкретный. Ну-ка. Не видно, что сзади творится, как в том. Не видно, что сзади творится. Блин. Все бы ничего бы, но, блин, торчать всю ночь здесь, учитывая, что еды не густо. Да. Ты печален. Виталий, у тебя вид такой у твоего перса, это вообще, знаешь. Жизнь говно. Сына украли. Топор отобрали. Три раза переебали. Пиздец. Это что такое горит? Это что такое стоит, горит? Где? А вот! Где? Видишь? Нет. Блин, у меня опять глюки, у меня какой-то дьявол, походу, явился. А, нет, это огонек куст подсветил так. Ёхараный бабай. Дьявол явился по мою душу. Так. Все. Ну запрыгивай ты, еди твою налево. Так и хочется сюда забраться и посмотреть, что здесь. Ну, главное, чтобы они не научились. Ой, я вижу за домиком, короче, огонек там. Я тебе говорю, да-да-да, я тоже его видел. Тут же такой ветер, как будто сейчас так, знаешь, как в фильме «Послезавтра» всех волной накроет и все. Зашибенный летсплей. Стоим в четырех стенках,
Ну а что поделаете, ребят? Что ж поделаешь? Тут ничего не поделаешь. Выйдешь, словишь и все. Я, конечно, сейчас пойду еще соберу экстракты алоэ, т.д. и т.п. Все, они позволят нам хотя бы ран затянуть. Алоэ и вар. Так. Что? Никого не вижу. Палку. Так. Слушай, а может мы после того раза им конкретно так и нападали, что они это самое? Очканут этой ночью прийти, как думаешь? Я не знаю, надо спущаться. Давай-ка спустимся. Ты так забавно спустился. Я тоже спущусь. Ой. Виталий? Ты чё машешь? Андрюх, у тебя кинь вот еду, если у тебя есть поджарить что-нибудь. Ты кусочек вон мяса. Алоэ собери, съешь. Ты серьезно, дай кусочек мяса. Сейчас. Кинул. Готовится, готовится уже. А чё, алоэ разве не устанавливает? У меня нет его, я не... А вот же нас в саде выросло, посмотри. Нет, ничего нет. Блять! Ты чё горишь? Блять, горю нахуй! Пиздец! Ну раз ничего не растет, тогда... Собирай. Буду себе хотя бы собирать. О, они здесь! Запрыгни, залезай! Нет, моя еда! Это ты куда забрался? По разные домики. Зашибись. Так. Вот у тебя было, я тебе точно говорю, чувак, там. Ты прям к нему вообще-то побежал, когда я тебе говорил, забирайся. Взял к нему, щеманулся. Слушай, а может у меня галлюцинации опять были? Отлично, восстановился. Слава богу. Забирайся. Да я никого не там. Блин, как гусеница нафиг на ветке. Так. Да ты уверен? Я услышу их крики. Я тоже слышал, но сейчас ты не тут. Так, да, зажигалку вырубаем. Слушай, мне кажется, у них должны быть какие-то страхи. Чё-то они так должны бояться, я не знаю, ссаться. Слушай, давай-ка сделаем это для мяса нормальное. Чтобы помыть мясо, это все, т.д. и т.п. Сейчас я найду. Буду забор продолжать делать. Так, вот. Ни хрена себе. Ну, давайте вот так вот. Слушай, у тебя есть палки мелкие? Тут нужно еще 15 штук. Да ебе народ! Жуй. Ага, жевать-то нечего. Так. Ну, ладно. Сейчас я... палки похожу, пособираю. Мясо надо нормальное получить. И загон для кроликов сделать. Давай, чтобы давай, у нас мясо было постоянно. Сейчас я их... так, вот. Так, ну и пусть здесь будет загон. А тут 13. 13 и 18. Блин, палки нужны. Где их вообще искать? Кого, кроликов? Палки. Ты говоришь. А, вот, куст ломает. Обычные маленькие такие кустики ломаешь. Да-да-да, я их ломаю, собираю. Нифига себе, камень пульнул. А, ну и чё он? Есть, ух ты, нормально сколько выпало. Так. Кстати, если чё хочешь кроликов поймать, можно ловушку такую, знаешь, сделать, она такая, типа как закрывашка работает, и там кролик... Ну вот, видимо, надо поймать парочку кроликов, откормить их травкой. И у нас будет с тобой мясо стабильно. Ой, ёхарный. Ну ладно. Так, сначала надо сделать этот. Так. Я поел. Так, сейчас пойду еще палки нарублю. Палки, палки, палки. Так. Ова. Так. Нормально. Вот они, нашел.
Что за звуки? Ты тоже их слышишь, да? Какие? Этих ребят. Ненормальных. Так. Есть, я сделал. Так, ну а теперь, видимо, надо взять. Во, это вялить мясо, ты понял? Вялить? Во, смотри, сколько их тут прям можно массово понакидать. И оно не это. Сейчас я еще кроликов понаделаю. У нас столько мяса будет, я не знаю. С ума сойдем. Баба, блядь. Блядь, ты так не ори, я чуть не испугался. Бегу к тебе. Блять, что ж вы кругами бегаете? Блять, сисястая бестия. На тебе нахуй, на тебе. На, блять. На тебе. На тебе, скотина. Я бью их. Есть. Я их обоих, походу, разгандонил. Еще один, смотри, наш забор бьет, блять. Где? Вон, ну со спины ему хряснем сейчас. Ну чё, еблан, попал. Так, добиваем его, вот он упал. Добивай. Всё. Готов. Надо выпить. После такого дела надо промочить. Так, вот же у меня ещё мясо. И сейчас я кину. Так, должно вроде приготовиться. Или надо... надо, видимо, костер под них, да, поставить? Или нет? Андрю, кинь еду в костер, а я опять похавал. Ты есть хочешь? Да. У тебя там баба, кстати, бегает рядом с тобой. Где? На тебя побежал. Вот она. Ну, Виталий, поможешь? А то у меня здоровье не ахти. Он ну, как не здоровье, а... Да, сука, стой! Я, блядь, бегать не могу. Ух ты! На тебе! На тебе! Я семья ударю. Пиздец. Да что? Чё, всё? Блядь, она в камне, ты прикинь? Она живая и в камне. И чё мне вот с этой рожей делать? У меня живот чё есть? Меня бьём. Ну так, скорее всего, друг друга перебьём. Да? Так, слушай, тут я, по-моему... Ты съел? Да, съел, спасибо. Так, а я пока на это повешу. Так, слушай, она реально в камне застряла. Она вылезла. Ну зря она это сделала, я тебе скажу. Потому что я восстановился. Я сейчас сделаю пугало. Она к тебе бежит! Есть тебе нахуй, блять, сука. Ты ей что-то отрубил. С нее банка выпила, прикинь. Нормально. Стой, дай-ка я ей голову с руками отсеку. Так. Еще раз. Давай, ломай ты ей, блять, конечность ломай. Так, отлично. Сейчас я ее разберу. Угу. Надо было ловушку для кроликов сделать. Ну, мы опять не одни. Опять слышишь, да их не перейти. Блядь, да шо ж... Ух ты, ёханый бабай, их сколько тут, Виталий! Их дохуя, блядь! Собирайся, нет. Забираюсь. Забирайся, бляха ты муха. Виталий, блядь, тут опять голые бабы понабежали. Пиздец, ты где, Виталий? Да ты же дохуя, их целая армия. Палки есть? Не. Так, столько, может, не хватит, чтобы сделать это? Отпугиватель. Хоть один, может, проканает. Одно бревно, 4 палки. Нет, это не то. Одно бревно, 4 палки. Вот что мне надо. Друг, привет. Так, красавчик. Main index, нахуй мне ваш main index. Так. Стойте.
Где? У тебя есть 3 камня, 1 палка и 1 голова. Окей, камни есть, а вот насчет головы нет. У меня нога есть. Я поставил, короче, это. Стойка. Сейчас я быстро спущусь. Надеюсь, меня не убьют. Ха-ха. Ты видал, что я сбацал? Че? Посмотри. Ты его убил, что ли? Нет. Я этот. Страх это поставил. Смотри, горящий, видишь какой? Горит. Ага. Череп. Пошли спустимся, может убьем вдвоем, потерям, нет? Вдвоем? Их трое. Один причем здоровый хрен, и где-то 4-й был. Боюсь, они нас так могут убить. Да нет, спускайся, я под тобой, они убегают. Ну тут это, огненный череп, я видал, сбацал какой. Они реально обосрались его при виде этого. Так. Смотри, ходит рядом с тобой. Справа еще один. На тебе, сука! На меня пошел один. А где второй, блять, куда он делся опять? Сука, умри. Ты справишься? Нет, он меня убил. Уходи. Все, я уйди. Ух ты, нихуя. Блять, как вы дружно-то загнулись. Ну, сука, блять. Куда ты побежала? Андрюх, можешь не воскресить? Нечем. Нечем. Блять, этот очухался. Сейчас, походу, я склеюсь. Так, где последняя? Бестия. Я одного замочил. Ну, блин, остался еще где-то один. Надо, короче, блин, забираться на дом, пока я совсем не сдох. Надо забираться на дом. Потому что так дело не пойдет. Вообще не пойдет. Вот, блин, вроде работает эта вот штука. Вроде они, боятся ее, но... Есть некоторые, блин, моменты все равно. Так, я пойду-ка по... Мне надо забор делать. Они забор будут ломать, мы их можем так это. И чё он забор не пьет? А? Ну, я нажимаю пить, а он не пьет. Как-то хреново работает эта система. Ну ладно. Да вообще капец. Ха-ха, это уже не горит, просто ё-моё, воробьи на него садятся. Да. Печально. Да. Печалька. Печалька. Так. Опа-на. Нормалдос. О, кам... О, фу, палки. Ух ты! Чё это было? Кто меня толкнул? Калитесь. А, это, походу, у меня глюки уже. Меня просто заносит. Просто уже на всех начинаю. Сейчас на тебя опять по привычке, наверное, да? По спине хрясну топором. И все. Ой, ой, что случилось? Да, вот так, друзья. Игра охеренно вылетела в самый ответственный момент. И я, как всегда, снова очутился в этом проклятом поезде. Опять снова полным лута. Но самое главное, большая часть лута при мне. Практически все, включая акваланг, топорик новый. Это просто замечательно. А у тебя там как, Виталий? Нормально? Ну, последнее сохранение у меня только один топор и все. Печально. Да, ребята, косяки, баги, как, куда же без них? Очень много багов. Очень много. Ну, посмотрим. Как говорится... Дальше виднее будет. Ну что, думаю, на этом давайте закончим. И, надеюсь, продолжим в следующих сериях. С вами, как всегда, были Андрей Доцент, Виталий. Пока. Всем спасибо за внимание, друзья. Всем пока.